В рамках проекта «Мобильный избиратель» члены участковых комиссий информируют население о предстоящих выборах президента. Совершая поквартирный обход, они рассказывают люберчанам, где находится ближайший избирательный участок, а также о том, можно ли выбрать другой или проголосовать на дому. Да. Участковая избирательная комиссия, если не сложно, откройте дверку. Консультационные группы УИК постараются достучаться до всех. Их цель – напомнить о времени и дате выборов, а также уточнить списки жителей. Мы обходим дома в настоящее время на предмет выборов, приглашаем людей на выборы, раздаем вот такой материал, в котором имеются сведения, как люди могут зарегистрироваться на нашем участке, если они здесь не прописаны, как могут вызвать на дом, если есть больные люди, которые не в состоянии прийти. Также каждый, кто не сможет проголосовать по месту прописки или дойти до избирательного участка, до 12 марта должен заполнить заявление на портале госуслуг или в любом МФЦ, выбрав удобный способ. Пенсионеры и маломобильные граждане в день выборов дождутся комиссию на дом. От комиссии 18 марта будет сделано два выезда, один до обеда, второй после обеда. По заявлениям граждан, члены избирательной комиссии придут на дом и дадут возможность людям заполнить заявление, опустить бюллетень в переносную урну. Приходим голосовать в 25-ю школу. А вы где будете голосовать? Там же. Значит, приходите к нам на участок. Начиная с сегодняшнего дня, надо будет заполнить заявление, раз вы тут не прописаны. И мы вас ждем с удовольствием. До выборов президента России осталось менее 3 недель. Они состоятся 18 марта. Даниил Михайлов, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.